нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту ложь и рванул в Хаммерфелл. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империя охотится. Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Виндхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Сатгард ждет. Не может быть. Я сплю. Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет! Хорошо, покончим с этим. Что? Мар, Дибелла, Кинарет, Акатош! Боги, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка, генерал Тулий, военный наместник. А с ним, похоже, талмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелги. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Вилан еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте, мы не повстанцы. И смерть с достоинством, вот. Скажи им правду, мы не с тобой, это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед! А кто ты? Из каравана, Каджи? Вечно вы находите неприятности себе на хвост. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. В бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. Мы вернем твои останки в Эльсвея. Иди за капитаном.
чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тули. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериусу. И да прибудет... Во имя Талоса Могучего заткнись и давай к делу. Ибо вы, как скажете... Я что, все утро ждать буду? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Кошара, теперь ты! Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к Блахе. Твоя очередь. Часовые! Что вы видите? Вон там, за тучами! Дракон! Легенды не сжигают деревья. Бежим и сбежим, Катман. Тебе нас не остановить. Отлично. Надеюсь, дракон всех вас в Совенгард заберет. Эй, ты! Быстро в крепость! Пленник, сюда! Идем! Живей, живей! Давай, сюда! Что ж... Кроме нас никто не спасся. Это и правда был дракон? Провозвестник конца времен? Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Ну вот. Пошарь вокруг, тут полно снаряжения. Выбирай. А я поищу что-нибудь от ожогов. Посмотри там, в сундуках. Может, найдешь на себя броню? Посмотри там, в сундуках. Может, найдешь на себя броню?
что, готово? Сюда. Комната пыток. Тебе переходить мне дорогу. Мы как раз. Ребят, кажется, этим парням не очень понравилось, как я развлекал их. Знаешь, что происходит? На Хелген напал дракон. Дракон? Да брось, не говори глупостей. Хотя, если вдуматься, там действительно был какой-то странный шум. Пошли с нами. Надо выбираться отсюда. Ты мне тут не... Командуй, мальчишка. Ты меня что, не слышал? На крепость напал дракон. Thank you.
находится впереди. Видишь? По мне с ней лучше не связываться. Попробуем проскользнуть мимо. Идем тихонько, осторожно. И смотри, куда ногу ставишь. Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Ты вперед, а я за тобой. Прикрою тебе спину. Не любишь прятаться, значит? Ну, вроде он совсем улетел. Но, наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Ближайший отсюда город — это Ривервуд. Мой дядя там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Слушай, тебе стоит отправиться в Солитьют и вступить в Имперский легион. Такие люди нам нужны. А если у бунтовщиков появился дракон, то только генерал Тули сможет их остановить. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Тебе крышка! Их убивали!
Что ты тут делаешь? Не часто в наш Ривервуд прибывают гости. Да все, что доброму воину нужно. Гости Шора, что с тобой стряслось, парень? Тише, я прошу тебя, чуть потише. Я в порядке. Но нам лучше поговорить в доме. Что происходит? А это кто? Это мой друг, он спас мне жизнь. Пойдем, я все объясню, но лучше все-таки в доме. Ладно, ладно, пойдем-ка в дом. Сигрид вас покормит, а ты рассказывай. Да мне слушать про твои фантазии. У меня дел полно. Вот увидишь, это был дракон. Он убьет всех нас и тогда. Сигрид, у нас гости. Мы так о тебе волновались. Идите сюда, вы наверняка голодные. Садитесь, я принесу поесть. А теперь рассказывай, парень, что за тайны? И почему у тебя такой вид, точно ты с пещерным медведем подрался? Даже не знаю, с чего начать. Ты же знаешь, я служу в охране генерала Тулия. Мы проходили через Хелгин, и вдруг на нас напал дракон. Дракон? Что еще за нелепость? Ты часом не пьян? Муж, дай ему дорассказать. Больше и рассказывать нечего. Прилетел дракон и превратил город в развалины. Люди все были в панике. Не знаю, уцелел ли еще кто-нибудь. Я бы и сам не выжил, если бы не помощь друга. Мне нужно вернуться в Солитьюд и рассказать, что случилось. Я подумал, вы могли бы нам помочь. Дать еды, припасов, крышу над головой. Конечно. Друг Хадвар мой друг. И я буду рад помочь всем, чем смогу. Я уже говорил, рад буду помочь, чем только смогу. Но мне нужна твоя помощь. И мне, и всем нам. Надо сообщить Ярлу, что в округе появился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу Вайтран, чтобы он прислал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Ладно. Ты что, правда видел дракона? Ой, какой он! У него большие зубы! Ну кто-то должен что-то сделать! Я сказал нет! Никаких авантюр, никаких погонь за ворами. Ну а что ты собираешься делать, а? Расскажи. Разговор окончен. Ой, покупатель, прошу прощения. Не знаю, что тебе там говорили, но Ривервудский торговец все еще открыт. Прошу, посмотри мои товары. Да, нас действительно обокрали. Хотя товаров на продажу у нас все равно полно. Воры забрали только одну вещь. Украшение из чистого золота. В форме драконьего когтя. Правда? Последние поставки обещают принести хорошую прибыль. Она твоя, если ты вернешь мне мой коготь. Теперь, если ты хочешь настичь этих воров, иди на Ветреный пик. Он к северо-востоку от города. Да. Теперь тебе...
достойным братом по оружию. Ты не отсюда, так? Не приходилось слышать о соратниках? Орден воинов. Мы братья и сестры по доблести. Мы приходим на помощь, если плата достойная. Не мне это решать. Тебе нужно поговорить с Кодлоком Белой Гривой в Йорваскре. Старик в людях разбирается. Посмотрит тебе в глаза и скажет, на что ты годишься. Если пойдешь к нему, удачи. Надоедает весь день слоняться вокруг и болтать языком. Из-за драконов город закрыт. Проход только по официальной надобности. Ладно, но смотри у меня. Мы заплатим любую цену, но нам необходимо больше мечей для имперских солдат. Одна я с таким большим заказом просто не справлюсь. Почему бы вам не усмирить свою гордость и не обратиться за помощью к Йорлунду Серой Гриве? Ха! Да я скорее склонюсь перед Ульфриком Буревестником. Да и не станет Серая Грива ковать мечи для Легиона. Будь по-твоему, я возьму заказ, но не жди от меня чуда. Хелген напал дракон. Если такое чудище явится сюда, мы будем готовы. С разбойниками я еще могу справиться. Здесь нет никакой иной власти. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Ну тогда понятно, почему стража тебя пропустила. Идем. Ярл хочет лично поговорить с тобой. Так значит, ты свидетель нападения на Хелген. И там действительно был дракон. Имя Исмира. Айрилет была права. Что скажешь теперь, Провентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует... Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон жжет мои владения и убивает моих людей. Арилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это
Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ему все подробности. Так Ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он, должно быть, имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю «добыть», я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Сразу к делу, да? Никаких зачем и почему. Мне это нравится. Пусть умники мучаются всякими вопросами, верно? Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. Тебе пора к храму на Ветреном Пике. Ярл не славится терпением, и я тоже, если по совести. Дракона или драконов. Как можно скорее, пока не поздно. Конечно, Ярл. Хранят тебя боги в битвах, друг.
Отлично, чудище мертво. А теперь вытащи меня отсюда, пока еще кто-нибудь не появился. Да, коготь. Я знаю, как он действует. Коготь отметен и дверь в зале легенд. Я знаю, как это все связано друг с другом. Помоги мне, и я все расскажу. Ты не представляешь, какую силу укрыли здесь норды. Благостное дыхание Аркея. Спасибо тебе. Ты, сюда. Что-то подается. Я чувствую.
говорит, что может увести у меня Камилу Валерию. А я между тем ему не раз говорил, что она уже... Покажи ворюгам, что бывает с теми, кто крадет у Лукана Валерия. Он у тебя? Ха-ха-ха, вот он. Странно. По-моему, раньше он был больше. Забавно, правда? Я верну его на место. Я не забуду тебя. Твоя помощь мне и моей сестре неоценима. Хелгин разрушен драконом. Даже не верится, правда? Видишь, терминология явно времен первой эры, а то и раньше. Я уверен, это копия гораздо более древнего текста. Возможно, написанного сразу после войны драконов. Если так, я мог бы сверить имена с более поздними текстами. Хорошо. Я рада, что твоя работа не стоит на месте. Моим нанимателям не терпится получить более материальные ответы на свои вопросы. А, не беспокойся. Сам Ярл наконец-то этим заинтересовался. Так что теперь я могу уделять исследованиям все свое время. Но время на исходе, Фарингар. Помни об этом. Теперь это уже не голая теория. Драконы вернулись. Да, да. Не волнуйся. Хотя увидеть живого дракона своими глазами было бы чрезвычайно ценно. Но позволь показать тебе еще кое-что весьма любопытное. Думаю, твоих нанимателей это тоже заинтересует. А, протеже Ярла. И как там на ветреном пике? Надо же, еще дышишь. А, драконий камень из храма ветреного пика. Он у тебя. Ты из другого теста, чем все эти дуболомы, которых мне присылает Ярл. Здесь твоя работа заканчивается, а моя начинается. Работа ума, которую, увы, недооценивают в Скайриме. Моя коллега будет рада увидеть твою находку. Это она обнаружила ее местоположение, но даже мне не говорит, каким образом. Выходит, твоя информация все-таки оказалась правдой. И нашему другу выпала честь добыть ее для нас. Значит, это из кургана на ветреном пике? Неплохо. Когда все расшифруете, пришлите мне копию. Фарингар, ты нам нужен. Неподалеку видели дракона. Ты там тоже понадобишься. Дракон? Поразительно. Где его видели? Что он делал? На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. Если дракону вздумается напасть на Вайтран, не знаю, сумеем ли мы ему помешать. Пошли. Итак, Айрилет мне сказала, что ты был в западной дозорной башне. Да, мой господин. Расскажи ему то, что ты говорил мне про дракона. А, ну да. Он летел с юга очень быстро. Никогда не видел, чтобы кто-то двигался так быстро. И что было дальше? Он напал на дозорную башню? Нет, господин. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, я думал, он точно кинется за мной. Молодец, сынок. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь и отдохни немного. Ты это заслужил. Айрилет, собери-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала своим людям построиться у главных ворот. Отлично. Не подведи меня. Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять нужна твоя помощь. Я прошу тебя пойти с Айрилет и помочь ей в битве с драконом. Тебе удалось пережить Хелген, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я не забыл, что тебе удалось добыть для Фарингара драконий камень. В знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение о Виниче. И, пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружейной. Мне бы тоже стоило пойти. Я
Я очень хочу посмотреть на этого дракона. Нет, вами обоими я рисковать не могу. Без тебя здесь не обойтись. Ищи способы, как нам защитить город от драконов. Так точно. И последнее, Айрилет. Я посылаю тебя не на смерть и не за славой. Мне надо знать, с чем мы имеем дело. Не тревожьтесь, господин. Я буду воплощением осторожности.